Я не знаю, короче, у меня опускаются руки, сердце колотится. Я вообще не хочу жить. Я просто кусок дерьма. Я опозорен, унижен на весь интернет, на весь мир. Я кусок дерьма. Никто. У меня ни хрена не хватит денег на краски на эти. Спасибо, кто задонатил там. Спасибо вам. Тебе одной. Просто у нее пиздец, как хреново, когда на меня мать наорет. Мне очень плохо орет она на меня каждый день. 24/7. С самого моего рождения. Или не разговаривает. Очень нормально все. Пиздец. Я бы хотел лучше сброситься с крыши. Я никого не призываю. И в надежде появиться в лучшем мире. Но скорее всего я появлюсь в худшем мире. Или вообще ни в каком. Да, у меня ограниченный мозг, это реально так. Я слушаю зацикленно одну и ту же песню неделями, месяцами. Постоянно зацикленно. И когда изменяются какие-то обстоятельства, что-то меняется, там девушка бросает или разлюбила, или еще что-то такое меняется, или переезд, то мой мозг не может с этим справиться. Он не может это принять. Годами не может это принять. Я ничего с этим не могу поделать. Так мозг устроен. Я не могу взять его переделать, понимаешь? Можешь это понять? Нет? Нельзя взять мозг так свой и просто форму другую ему придать, блин. Может, ты так считаешь, делается это? Ты же умен не по годам. Ты знаешь все о аутизме, обо всем этом. Во всем этом знаешь. О мозге там все знаешь. Я не говорю вообще, что я аутист. Я не знаю. Я точно знаю, что меня повредили при рождении, вытаскивая щипцами за голову шейный отдел позвоночника. Там сосуды, нервы, наверное, повредили все вот это. И антибиотиками закололи и держали в барокамере. То же самое, что в одиночной камере, только младенцем.